Всем здрасте! Другая жизнь снова с вами. Сегодня у нас полдня на все про все. Утром занимались пчелами, пока не было дождя и светило даже небольшое солнце такое, чуть-чуть. Поэтому далеко времени ехать не было. Принято решение было поехать на поля чудес, только не на сами поля, а есть у нас несколько лесниночек, скажем так, на той стороне, в самом конце, который мы давно хотели проверить. Чем мы, в общем, сейчас и займемся. То есть сначала мы пройдем вдоль вот этих полей до первой леснинки, которая в конце тут, здесь. Вторая леснинка, где река. Заодно посмотрим, сколько находим сегодня километров, да и что вообще в принципе найдем. Да и монетка что-то охота, а то мы с нашим домонголом что-то монет-то ехали. Рассуждали такие и поняли, что монеты-то не копали давно. Вообще, всякая хрень. Но монет нет. Пойдемте. Погода пока хорошая. Поэтому приближаемся к цели. Вот первый лесок. Сейчас встретили комрада. Комрад оказался моим знакомым хорошим, которого я не видел 25 лет. Примерно. Пообщались, наверное, час стояли, болтали. Тоже. Ну так, нормально занимается давно уже. Так, ну идем, конечно, машем. Не просто ж так идти. Первая монета. Да, что-то даже похоже, что есть какой-то рельеф. Что так темно-то? Те, как всегда. Ага. Николай первый. Ну хоть денежка. Рельеф сохранился. Ну, в общем, да, денежка. Ладно. Движемся к лесу. Империя! Империя! Ребят, зашли в лес, ну и вышли, естественно. К сожалению, да, вот сколько лет мы пытаемся здесь по этим лесам походить. Мало того, что все заросшее, это полбеды. Все залитое водой. То есть затапливает все вот это там внутри. Вышли, идем в тот угол. Там сейчас попробуем. Люб, сигнал. Онлайн, пожалуйста, на камеру. Где он? Делаем ставки, господа. Какой зеленый кружочек? Какого размера? Да, лес здесь такой. Сколько мы пытаемся что-то в нем найти. И ничего. Это, небось, сверху лежит. Да, наверное. Слышите, пи-пи-пи-пи. Прям пи-пи-пи. Прям пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Давно пипит не было. Мне кажется, в яме. Думаешь, господи, в этой траве? Да, глубже. Глубже, глубже. Да, столько там всего кроется в этих лесах. Но никак пока что. За ветер извиняюсь, сегодня что-то ветер опять поднялся. Сейчас чувствую, опять дождей нам принесет. Комья глины. Ага. Где-то в этой глине лежит зеленый кружочек. Ты уверен, что его выкопал? В этой стене где-то. Да хрен тебе. А что там? Что там? Алюминиевая хрень. Вот вам и монета. Вот вам и делаем ставки. Не угадали. Алюминиевая хрень.
Вот она. Блин. Сволочь. Подстава. Звенит, гадина. Я сегодня без трака. Поэтому точную дискриминацию мы сделать не смогли. Ладно, идем туда. Итак, у Любы сейчас был сигнальчик, там не стали снимать 20 копеек в квадратике. А у меня здесь 42 терочная. Интересно, второй раз лоханем или нет? Сейчас посмотрим, какой нам... Так, продолжаем делать ставки. 42. Смотрим, что нам тут сегодня... Вижу монета гнилая. Ой, что это хоть такое было? А, капуста копейка. Так, давай, у тебя камеру изыму. Оп. Ну ничего, читаемая такая. Да какая читаемая, там все обсыпется. Яму закапываем. Какого хоть года-то? Да черт тебя знает. Убитого. Ладно, бог с ней. Сейчас до туда вон дойдем, посмотрим, что там у нас. Ну вот, друзья, обошли мы кругом. Второй лесок находится вот там. Но при ближайшем рассмотрении там такой бурелом. Я-то думал, травы-то уже поменьше. Даже соваться туда не стали. Возвращаемся кругом обратно к машине. Ничего не найдем, заедем еще в одно местечко. Ну, такой сегодня полудневной коп. Воздухом подышать. Лосинок вроде нет. Потом мошка появилась. Дождик прошел. Тетя Люба какой-то сигнал. Сейчас посмотрим, что она там выкопала. Сегодня так находочки. Пряслицы я, кстати, нашел. Но в конце покажу. Давно не было. У Люб крестик обломанный. Хороший. Что там? Монет? Что это такое? Монета. Что это? Неведомое нечто. Нет, полушка. Посмотрим. Полушка. Да. Какой-то у нас творческий кризис такой вчера наступил. Не могли придумать, куда поехать. А, это павловская полушка. Да? Давненько. А, очень давненько не было. Думаю, что-то она так хорошо сохранилась, такая тоненькая. Более-менее? Ну, читаемая. А. Давай покажу. Просто она читаемая. Ну, хотя бы, да, можно. У Павла было очень хорошая медь. Читаемая, это да, мягко сказано. Ну, читаемая. Прочитать-то можно. Видно, вензель П1. Ага, забавно. Как раньше. Так, сейчас вот до того куста идем, а дальше посмотрим. Я, кстати, около него нашла в свое время, когда еще в начале павловскую двух. Большую? Да. Отошли сейчас вон
от Павловска этой. Следующий сигнал. Ну опять на камеру. Слушайте, пи-пи-пи. Пи-пи-пи, да, блин. Пи-пи. Пи-пи приятное. Нет, тут. Что за пи-пи-пи, не знаю. Это какая-нибудь мелочевочка. Вот да. Что-то небольшое. Ну, где? Вообще сверху. Получается, да. Или нет. Маленькое что-то. Что-то горит. Где? Как глина такая прям. Ужас. Проткни. О, где-то сбоку. Интересно, монета или не монета? Да, верховая. Верховая. Что ж там? Господи. Не видно? Не вижу, блин. Выковырить не. Нет. Монета? Ага, я уже. Перчатки настолько грязные, что... Что даже уже отчистить не могу. Что это? Полушка. Полушка? Видно. Помою. Это уже Анна Иоанновна. Да, сохран, к сожалению, здесь печаль. Из года ну, в год. Ну, извините. Что хотите, это поле. Она сама по себе еще затертая. О, кислый, да? Сейчас приближу. Да. Ой-ой-ой. Ну, что сделаешь-то? Такой вот сегодня коп. Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то, наконец-то! Раз! Князь Великий Иван. Сабельник. Видите? Пол копейки. Она же деньга. Ну, это надо года смотреть, на самом деле, потому что иногда копейки были с сабелькой ранее еще при Глинском. Нет, это не Глинск, это старое. Позднее. Позднее, да. Вот такой вот, видите, с сабелькой, дяденька. Вот такая монетка, серебро. Наконец-то. Ура! Ура! Фу. Да, в траве здесь, кстати говоря, тяжко ее искать. Шу, и она здесь есть, ее здесь дофига. Ну, не так просто вызванивать. Погода еще, слава богу, не совсем испортилась. До куста пока не дошли. Вышли на это поле. Обычно вот эту вот полянку косят гораздо меньше. То есть где-то вот где люк сейчас идет вот до этого уровня. Они видите, как захватили в этом году. Сейчас прозвоним этот момент. Нашел
щиток от перстенька, такой гниленький, и стал мыть, потом покажу в конце, на завершайке. Вот она, туча летит за нами, а мы плавно движемся. Не за нами, а к нам. К нам, да. Ну, за нами. Плавно движемся к машине, вон там за деревьями. А здесь очередной онлайн. У нас сегодня одни онлайны. Слышите, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Чувствую, нам эти тучи завтра опять не дадут ни хрена никуда. Это не сентябрь, это какой-то дождябрь. Это просто. Дождябрь. Это что-то верховое. Это ж не факт, что это монет. Да не факт. Сейчас будет какая-нибудь хрень алюминиевая. Легко. Нет, было дело. Было дело у нас здесь. 5 назад я тут сверху крестовики поднимал. Ага, я портретник. Между уходочных пробок. Буквально в 10 метрах отсюда. 15 копеек. Монеты, что ли? Ну, конечно. Батюшки мои. И что там? Ну, этот. Кружок? Кружок. Кружки в дождябрь. А, ну это. Она и есть. Ну, это же Александр. Деньга это была когда-то Анна формат. Да? Да. Ладно, у нас сегодня один зачет, чешуя Грозного. Все. Ну, хотя бы так. На этом все. Остальное это кружочки. Ну да. Это было это, как это называется? Былое и думы. Здесь вам не тут. Здесь их не сеют. Здесь их только гребут. Ну что, убежали от дождя. Поливает. Раскладываться особо нечего. Зеленые кружочки. Только 7 или 8 зеленых кружочков. Пряслица. И чешуя грозненская. Не, еще есть медный бунт. Но ну, медный бунт это не считается. Чешуя Грозного за счет все остальное так для проформы. Ходили, погуляли, кстати. Для весу. Кстати говоря, сколько мы находили? Все, немного находили. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Что он нам покажет. И трек в том числе. 3,6. Нормально. Нормально. Пути 5 часов 55 минут. Нормально, нормально, чё ж не нормально. Короче, дождябрь. Вот видео так и назову, дождябрь. Такой он какой-то странный, скверный. Ладно, посмотрим, что будет завтра. Непонятно, что будет в следующем видео. Тоже пока непонятно. Осталась у нас только мысль съездить в далекую поездку, что я говорил, то ли... В прошлом видео, то ли в этом, я не помню. А так, дожди, что сделаешь. Ладно, спасибо, что с нами ходите, спасибо, что подписываетесь, ставите пальцы вверх и вниз, за это тоже спасибо. Дышите чистым воздухом, полной грудью. Всем пока.